Анонс и точно дата выхода 64-й серии турецкого сериала «Мои братья». 64-я серия сериала выйдет в эфир 22 октября. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как пока семья Эрен переживает за Эмель из-за аварии, семья Йылмаз также неспокойна за Сарпа. Гинуль очень злит то, что у Шенгюль дела идут хорошо, а в отношениях Небахат и Акифа происходят некоторые изменения. Дурук и Асие решают помочь кое-кому, и этих всех удивляют. А Амер, который днем и ночью ищет того, кто сбил Эмель, натыкается на улику, но он просто еще не в курсе, какая опасность ждет его на самом деле. Напомним, 64-я серия сериала выйдет в эфир 22 октября. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.